Dar gizina. Сейчас будем создавать кучу трудностей. Ой, блядь, я уже сам запутался здесь. Трудности такая штука, которую необходимо создавать все-таки. Тут нельзя сделать это условную конструкцию сокращенную. Не получится. Жарко, пиздец. 26 градусов на улице. Это просто невероятно. Что-то под фон поставить, а то что-то скучно. Ну, сонкли квесты можно, думаю. В общем, да. Сам закажу что-нибудь. Что заказать-то? Ладно, сейчас. Ага. Привет, Феликс. Ну, это... Ну, считай, что мы грудиваем. Лучше. Салели, знаю его. Угу. Так. Кейс это у нас, собственно, зависит от того, какое у нас оружие стоит, короче. Да. Да. Привет, Максим. А где кейс-то кончается? Кейс 2.
А где он начинается, свич этот? Ага, вижу, все. Давай апгрейд. Слишком много использую словно конструкции. Здесь можно было через клейс это все сделать. Или вообще в одно выражение запихнуть. Ну ладно уже. Ну хуёво программист, поэтому... Ничего особого. Крит. Так, сейчас в дрове прорисуем все это. Как это в игроке, нет, нам нужно в миле прорисовывать это. Блять, я сам тут потерялся уже. Primary вот на surface отрисовывается, вот. Блять. Сука, чуша. А, здорово, Лайт. Сейчас вырисовываем фрисган наш. Где он у нас? Как называется? Уже забыл. Блин, беспорядок здесь, надо все отрегулировать потом. А, он так называется. Про фрисган, окей. Надо было это все в один массив запихнуть, но... Пофиг. Да вроде неплохо. Вот тут новую пушку нарисовал. Сейчас ее вставляю в игру. А, брейк забыл. Тут не обязательно вроде. Ясно. Где-то я накосячил. Кстати, интересная задумка, я даже не думал об этом. Если честно, я хотел просто замедлять врагов. Интаймер немножечко.
замедлять, чтобы они атаковали, или же двигались медленнее. Это тоже хорошая идея, кстати. А где ошибся-то? Пронационализировал, что ли? Описание есть. Спрайта нет. Ну да, для метроидования у меня вот чисто линейно будет все в этом плане. Они рисуются. Блин, у меня очень сратый код. Его дополнять сложно. Полчаса потратить, чтобы разбираться. А, в следующий раз я буду организовать гораздо все лучше. Разумеется. Так. Раз. Здесь и написался. Понял. Пшёл-ка. Я не знаю, как назвать. Просто фриз пусть будет. Угу. Ах, точно.
Как же это странно выглядит. Он словно бонг держит. Какой ужас. Ладно, что-нибудь сделаю потом с ним. Окей, мне это нравится все равно. Посмотрим, как это у нас все выглядит. И в меню, и на руках. Сместить надо, ясно. Да-да-да, смещать надо. Пониже, наверное, взять. Ничего, сейчас сместим. Все равно не сместилось вообще. А, ну да, точно. Так, это уже лучше, по-моему. Хоть и странно, но лучше. А, жесть. Пушки такие большие, что он просто не может держать даже, по-моему, их нормально. А, она стреляет, оказывается. Окей. Ой. Ой. Многовато апгрейдов что-то. А что случилось? Не понял. Ясно, на С возвращает. Ой, плюсует почему-то. Опять очень сильно ошибся. Да. Так, еще раз. Повыше взять, наверное, надо. Думаю, да, повыше. Я и говорю, реально бонг. Ужасно, надо переотрисовывать потом. Это жесть какая. Кошмар. Вообще он светиться еще должен, но там в ГУИ светится. Здесь он, кстати, почему-то маленький какой-то. Хотел, чтобы он был побольше все-таки. Я не могу. Сейчас заапскейлим его чуть-чуть. Как тут это делается? Resize all frames. Я сначала сделаю бэкап на всякий случай. Так, resize all frames. Где-то...
Без интерполяции, да. Значит, не понял, что изменилось, но ладно. Не шибко крупнее стал, но в принципе ладно. Еще может чуть-чуть. Вообще тут типа должна играть анимация сферы этой ледяной. Надо это образовать как-нибудь в меню. Как будет выглядеть бонг в этом? Вот здесь, короче, да. В боковой панели. Странно очень. С ним постараешься особо. Бля. Не бей. Ну, от этого хрена вернешься, это нормально. Устраивает в принципе, кроме спрайтов ГУИ. Опять же, потом переалисую, ничего страшного. Сделать новую пулю.
Шимпис Анда.
Ballet Direction. На, я же по новой схеме начал делать. У меня тоже загадка теперь. Так я так и делаю. У меня так уже все сделано, просто я... А. Вот, у меня код есть уже этого. Я хз, че я протупил так сильно. Видно, что давно не заходил. Все, сейчас все будет работать. Пробовали. Ну да. Ясно, у меня очередной баг я нашел. О, счастливый теперь из ремейк. Сорплыс. Вообще, вот эти вот... Ну как души? Я так хочу назвать скорее энергией. Ну, я предпочитаю платформеры, а платформер делать на Unity я не особо считаю целесообразным, когда для этого есть гейммейкер. Привет. В общем, энергию я планирую использовать таким образом, чтобы она при использовании дополнительного оружия тратилась. Например, фризган будет брать некоторое количество энергии. Последняя пушка будет брать еще и здоровье игрока. Не, мне не очень давно на Unity делать, потому что в первую очередь это для движок. Есть все-таки некоторые... отличия между гейммейкером и Unity. Особенно в платформерах. А, ну... Я тоже Unity ни разу не пользуюсь, но... Если буду, наверное, что-то 3D делать. Возможно, Unity нужно будет попробовать. А, да, да. Надо только это как-то, ну, написать в менюшке. То есть, написать информацию о оружии. То, что вот, как бы, у тебя есть фейсган, но он тратит некоторое количество энергии. При апгрейде он будет тратить меньше, но, соответственно, для апгрейда тебе нужно потратить еще энергию. Потом, последняя пушка будет использовать также здоровье игрока. Ну, наносить большой урон. То есть, на босса полезно. Если ты уверен в себе, то ты можешь спидранить босса. Я тоже хочу C-Sharp получить. Unity же C-Sharp использует, да, вроде? JavaScript вроде. Не, описание я им сделаю, как бы, у меня уже готова панелька для описаний. Вот она, собственно. Просто ее нужно доработать. Тут просто в таком матче текста можно написать. Нужно делать отдельные... Во-первых, нужно, наверное, вот эти вот две... два слотика чуть повыше поставить. Здесь сделать статичный текст с максимальным уроном, с скоростью стрельбы и с потреблением энергии. Ну, апгрейд ты будешь брать в меню, скорее всего. Ой, не в меню, это в магазине.
Вместе с этим и пассивки, соответственно, тоже. Ой, все это надо дорабатывать еще, потому что я это делал... Ну, на импровизации, грубо говоря, все это делал. То есть у меня не было какого-то конкретного плана, чтобы это все сделать. Так что... На, C-Sharp. А, просто C будешь, понял. Так. А, теперь хотелось бы все-таки заняться так или иначе геймплеем и попробовать. Сделать HP-бар для либо врагов обычных, либо вовсе для боссов. Это как пойдет. Конечно. Смотрим. Опять же, придумать сложно что-то будет. Ну, можно новую пуху уже нарисовать снова. Не знаю, новые другие патроны, естественно, нужно на каждую пушку нарисовать, потому что, ну, один и тот же патрон использовать, это не очень красиво будет смотреться, конечно же. Как бы, соответственно, некоторые пассивки будут тебе максимальное количество здоровья просто увеличивать, некоторые будут что-то с уроном делать, некоторые будут скорость стрельбы увеличивать. Все это можно на выбор ставить. И как бы в зависимости от контекста, та или иная пассивка будет лучше или хуже. Ты можешь переключать усы его. Интруху надо делать, наверное. Ну как доделать? Я хочу просто набросать вот этот вот стоп-кадр. В стиле, в котором у меня идет интро. Потом сделать переход, и вот будет вот это вот. О, интересная идея, кстати. Пассивка, которая добавляет компаньоны. Мне это нравится. Угу. Хорошо. Было больно. Так, когда у меня там сердечко биться быстро начинает? Я уже забыл. Пожалуйста, убейте меня. Рандом, я тебя обожаю. Да ты серьезно. 60 хп все еще не бьется. 50. О, на 40 начинает, я понял. Надо поменьше, наверное, сделать. С университетка работаешь? А у тебя есть уже какой-нибудь готовый проект? Сурплыс. На Unity, я имею в виду. Я уж не помню, ты писал об этом или нет. Практикуешься еще? Да, наверное, пожалуй, надо что-то с интрухой сделать. Масштабный. Я поаккуратнее с этим был. Я, конечно, тоже гений начал делать что-то плюс-минус среднее, но
на... Все-таки хочется доделать. Мотивация есть, она не улетучивается вроде бы даже за долгое время. Охренеть. Реально масштабно. И в одиночку что ли делаешь? Интересно. Ой. Не, эти сферы не вписываются в Void. Надо в группу их было засунуть, ну ладно уже. Понял. Блин, наверное, надо было здесь анимацию метеоритов, но тоже так. Я пока даже не знаю, где это использовать можно будет. Ну-ка. Да, вроде неплохо смотрится. Да, метеориты можно анимировать, я думаю, отдельно. Так, что у меня тут еще есть, я уже забыл. Так, это было уже. Самое удачное, наверное, что у меня здесь есть. Ну и... Гора. В общем, гора, планета с Войдом, и надо еще что-нибудь сделать. А там уже придумать историю какую-нибудь. Так, да, группа. Почему сместился? Надо смещаться. А, и мышка проще. Все. Эй, мистер Диджей. А. Так. Это в группу надо запихнуть все, чтобы было удобнее работать. Отлично. Так, и надо думать. Что тут можно изобразить? Это похоже на кружки. Хотелось бы здесь, конечно, как-то вселенную изобразить, но это не получится сделать. Поэтому, наверное, нужно будет брать референс с интро. Ну да. А только ракурс другой взять. Не очень удачный. Хорошая идея, кстати. Сейчас я буду, да, референсить это с шейдера. Клик ферральти. Так, для этого мне нужно... Ага. Рубинтро. Да, тут уже и как бы и так есть галактики внутри. Просто... Ну-ка. Сейчас покажу. Ну как галактики? Вселенные. И вот нужно сделать стоп-кадр хороший и зареференсить. О, это хорошо. Mm.
планеты на три планеты. Да тут вообще анархия происходит, забей. Честно говоря. Это выглядит как пузырь, внутри которого планеты. Или просто галактики похожи, что просто пузырь, внутри которого галактики. Нежели мультивселенная. Что это было только что? Ну вот. Опять же, стоп-кадр сложно здесь найти хороший. Хочу такой угол взять, при котором будет... Я дурак. Так, текст будет рисовать или нет? Будет, окей. Проскипы немного. Минус 10 тысяч сделаем. Да тут много чего странного, вызрело. Сейчас на зеркало странно будет. Это если что, не мой шейдер, я взял шейдер Тоя. Я шейдеры писать не умею. Мне нравится. Блять. Для удобства сейчас цветом залью каким-нибудь. Отлично. Тут есть два путя. Можно сделать кучу фильтров. Будет выглядеть так, как будто это сначала арт какой-то, а потом уже приходит все это в шейдер. Но это будет сложно нарандомить. Либо это все вручную сделать. Что как бы будет, наверное, лучше. Буду референсить, да.
спасибо. Все, лист пуст. Вообще лучше идеальный круг, наверное, сначала сделать, чем-то вручную пытаться. Да, ББ. Спасибо за фол. Блин. Пока так. Хуйня какая-то. Ну ничего. Так, сделаю другой шумо. Дав. Попробуем. Ой. Я заглядела. Попробуем дорисовать. Уже без референса. Обводку. Имеет ли это смысл? Не знаю. Как у нас выглядит? Еще раз посмотрим. Ага, тут у нас такие вот цветовые перегрузы идут в центре. Ясно. Сколько можно? Почему он у меня вот так плохо работает? Он же у меня на втором мониторе в активном окне. Чё, вкладка засыпает? Не очень понятно. Я, кажется, придумал, как я это буду изображать, и, скорее всего, я не буду вручную это рисовать. Прямо-таки. Сначала сделал обычный контур. Да, алло. Хватит. Жели. Так, теперь я растрирую этот слой. И беру просто ластик. Так, сейчас нужно фон сделать. Ой.
не здесь его нужно сделать, вот здесь. Опять бот залагал, что ли? Сколько можно? А, нет, не залагал. Или залагал. Простительно. Что это такое? Блять! Что это за хуйня? Что это за дерьмо? В смысле? Откуда это вообще? А что так орёт? Я тоже не понял. А, это брак, я уже забыл, что я его делал, бля. Все, я понял, что это. Это вот это вот дерьмо. Где звук, как тише его сделать-то, ё-моё. Чё тут вообще? Нет, это не то. Вот это? Почему это он написал, пошел нахуй? Там он, короче, пишет сначала мой текст, а потом уже берет ник. Я, короче, награду тестил, но я ничего мне не придумал, кроме как написать вот это слово. Я забыл это отключить, теперь вы активируете награду. И она показывает эту хуйню. Бля. Сейчас я только текст заменю, это пиздец, ну ты че, издеваешься? Я такой текст не буду выводить, это бред какой. Там вот лучше так. Нет, это не то. Это? Сейчас девушка показалась. Где это? Вот она. Я не хочу изначальный вариант оставлять. Я его делал в самом начале, когда я делал это уведомление. Я написал этот текст для теста. Максим активировал награду, и там написалась вот эта вот хуйня, про которую я вообще забыл абсолютно.
Все, можешь покупать награду. Я не собираюсь это говно оставлять. Было ужасно. Мне стыдно за это. Готово. Ой, боже. Да я понимаю, что эти нормы, я просто хочу дать понять, что я вообще-то награду не собирался выводить. Он, короче, под экранчик маленький внутри, вот под рамочку. Вот, как здесь. То есть тут будет, короче, ну, вот эти вот изображения, которые я рисовал. Потом я попробую зареференсить мультиверс сам, как бы. А после этого как бы изображение оживет, типа, и вот будет вот это вот. Под музыку. Красиво. Да, музыка уже есть, как бы. Я могу ее, кстати, заказать сейчас. Я... Показываешь награду там, fuck you. Хорошо. Да, но это я буду долго реализовывать. Ну как долго? Недельку. Так что опыта нет вообще. Так и заказал. Вот этот трек будет играть Windr. Так заказываю, брах. Я все изменю. Да, мне тоже очень нравится. Это было не офигенно. Так, я обратно подниматываю. О, нет. Да почему это тише не делается? Простите, простите меня. Все очень плохо. Заказ такой проход, вот такой бан. Да-да-да. О, господи, гонщики у меня за окном. Ого! Их, наверное, слышно не было, но ладно. Не шумно, потому что... Так. Ладно, продолжу. Чё-то калякать? Не, ну... Да не хочу, пошёл нахуй оставлять. Зачем? Один раз поржали их. Ой. Ну окей, ты-то нормально воспримешь. Кто-нибудь другой брак закажет, а его нахуй пошлют. Ну что это за бред? Кому-то не смешно, может быть, кого-то это может обидеть, я этого боюсь. Ну, Максим, не только что ты будешь награду покупать, вот, понимаешь? Ну, логика.
хрень какая-то пока что. Цвет надо было другой здесь. Ух ты! Окей, это уже неплохо. Реально выглядит так, как будто внутри космос. Спасибо за фоллоу, очко огр. Ну можно. Ну типа... Ну ты не тупой. Смотри. Ты на какого-то одного и того же сервиса. Имеется в виду то, что тебя, например, забанили на Твиче, ты создаешь еще один аккаунт Твича. Вот. То есть, если, в случае, если тебя забанили на основном аккаунте Твича, да, у меня на в чате, если ты заведешь другого аккаунта у меня в чате, то есть ты будешь забанен на всех уже платформах, потому что я стримлю не только на Твич. Как-то так. Наверное, нужно сгладить эти резкие переходы. Только не это кисть, ладно. АО 17 ангел. На ноутбуке. Как мне это нравится. Филин. Блин, сгладить надо переход, опять же. Я не тем не занимаюсь. Сейчас попробуем как-нибудь это сделать. Надо лучше пальцем сделать. Можно было. Какие-то плюс-минус, ну это так отдаленно похоже, в принципе. Это очень отдаленно похоже. То есть... Нет, это не пирожок. Это зареференсенный шейдер. Вот он. Мультивселенной.
Чего? Наверное, нам слой нужно было сделать. Попробую сделать нам слой, сделать наложение какое-нибудь. Затухание, интересно. Мне не нравится. Если по бокам добавим подобную тень. Так. Обводку сделать. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Странная обводка будет, но она... Внешнее освещение, наверное, лучше взять тогда. Привет, Хагубатор 228. Аниме на Айве. И что? Остроумно. Мне это нравится, кстати. Я про это освещение телесное. Оно хорошо смотрится, просто его нужно хорошо вставить. Пол нужно грамотно сделать. Да, это похоже на мультивселенную уже. Так или иначе. Просто нужно пошлифовать. Не так явно. Больше светлого добавить нужно. И наоборот, чуть больше темного даже. Так. Вот сейчас заново добавим. Неплохая сфера вышла. Ой, обожаю пиратский фотошоп. Ctrl-S. Закрыть. Она открылась. Так.
Бот залагал? Нет, бот не залагал. Сейчас что-нибудь добавим. Да-да-да, я понял, что песня. Просто иногда бот лагает, в этом дело. Так я тоже буду использовать, скорее всего. Он мне нравится. Что-нибудь поищу. Как я не могу засунуть Гранд Пердин? Лунар Пердин, вернее. Пусть будет. Так, чтобы добавлять звезд. А я уже создал слой. Наложение нужно попробовать какое-нибудь. Ох ты! Разделить хорошо выглядит. Еще пробовать.
никак не смотрится. Это же разделение. Ну да, навряд ли. Привет, Наруто, спасибо. Мне это напоминает кое-что. Сейчас. Вот это вот мне это напоминает. Да-да-да-да-да, вот это. Алена нам напоминает. Из Кирби. Там очень классный босс. Вот тут арт с ним. Вообще офигенный. Очень нравится. Новый привет для вас. А, вот шикарный арт, обожаю. Вау. Не, я рисую... Вот, вот это вот. Ох ты, они накладываются хорошо еще. Охренеть. Бот. А бот. Спасибо. Класс, мальчик, ты тут лучший в мире, твой рефлекс нет, блять, тебе вместо очечи пушила, ты аля. Класс, мальчик, ты тут лучший в мире, твой рефлекс нет, блять, нет, стой, чипушил, ты отстой. Я люблю попиздить строчки, я люблю пиздить биты. Среди нас есть один пидор, ух, дебил, и это ты. Да-да-да, тупой пацанчик, обращение к тебе. Ты стреляешь с пистолета, твоя пушка самострел. Кило улицелера, мне глаз, залетаю, как плохо ты залетел в гроб. Я адекватный, но только чуть-чуть, когда я читаю, ох, завалит его. Ганфингер, тебе объявляю, только песня эксперт, а скилла все так и нет. Ох, передай, передай мне косяк, а я молодой, молодой. В смысле? Папа сбит, ты не попадаешь, ты тупая сучка, как Билли Айлиш. Как меня звать, я думаю, лишь знаю. Пошел нахуй, я думаю, знаешь. И тебе не выжить, ведь я убиваю вайбом. Мне кажется, уже вполне может что-то прилететь. По-моему, да, может. Я сохраняю воды, но с онфли-квестами я не сохраняю. То есть этот я сохраню на YouTube, но я удалю его из Твича. Не стрим, потому что не было желания времени. Тем более я последние три дня стримил с Серегой и BattleDots. Там до башни дошли финальной. Так, я думаю, пока как это организовать. Наверное, группу сделаю очередную. Мне нравится, что можно группу двигать. Пришел ты цепь без маски, напялил худи наоборот. Я скажу фак полис, фак и денежный круговорот. Чтобы старый смог спокойно передвигаться, купил себе шотган, чтобы убиваться. Снести твою башку, ну, ладно. Хедшот, не мешай урод, уйди с дороги к нету. Скелет может прилететь, блин. Моя могила, жду ноксизон, чтобы покинуть. Обидно будет. Но я не особо боюсь банов на самом деле.
ядким димом. Я зариваю труп проти біла. Ставлю вокруг вас земляные чанки. А, я дурак. Дуло пистолета к виску. Доигрались обезьянки. Дема на стуле сидит и удивленная мама глядит. Сучка съела, где же котлета? Скоро ли будет она разогрета? Шарчула где-то рядом с Матидон. Враждебным взглядом и мурлычет бою бач. Крепче темка засыпай. А что пришел весьма подать? Почему? Флешку тебе внимал во всем привет. Это сделал Леха здоров людемкой. Бабы в темке. Парчел здоровый, не выедимый. Раскованный и неудомимый. Он чудный пастор и артист. Раскованный идеальный. Где звезды? Я опять что-то пропустил. Лучшие доли мир понимает без прикрас. И бар свой тем уже о каждом в доме. Маленький тема на стуле сидит и удивленно маму глядит. Сучка съел, как где же котлета? Скоро ли будет она разогрета? Конец-то. Да забей, нормально все будет. Я удалю вот, скорее всего. А, ты не переживай. Присутивного соуса давать? Снова наложение какое-то сделать. Какой тебе грамм, иди делай уроки. Очистил на школы за сильные строки. Расшел сделать или вам оставил ожоги. Это русский хит, и мы все еще в шопе. В форме быть снюсь и засуну кроссовки. Поехал за шмотом, настал на дороге. Я миллионер, выживаю в коробке. Но, сука, я длинный на улице ноги. Вроде неплохо. Кстати, эта обложка мне напоминает. Кидай подписку, Дрейк. Кто не снимает клип про меня, Треви сдает Ньюцика или Дирек. Патинсон сказал, я кроссов. Если хотят отсосать мой гуль, на моих бэках Джимбо покурит мой клоун, нахуй электростул. Что это за пиксель несчастья? Слушай, вот какие наложения есть в ремейке ли? Тоже нужно знать. Просто, возможно, в самом интро нужно еще наложение сделать на эти сферы. Так потом же шейдер врубать. Про что?
просто на фоне можно звездочки нафигачить. Может быть, совпало. Окей, мне это очень нравится. Типа да. Мою мысль сразу поняли, это офигенно. Это значит действительно похоже. Yes.
что даже шейдер не может. Так вроде бы отлично выйдет. Не, все-таки нужен. Так, сейчас выйду наверх. На кое-что посмотреть. Вот оно. Шикарно. Ой. Офигенно. Мне нравится. Я доволен. Плюс-минус. Так, вот совсем готово. Можно же, в принципе, интро делать. Ну, так. Костяк опять же делать.
А вторник, следует четверг, думаю. Да, где-то так. Нормально мне такого. Звезды сделал мигающим, типа вот так вот. Ну. Ну, fun game. Вот. Ну, это не мой босс, это я из этой машины взял, ну, что просто был. Блин, ну не бейте. Не, я не буду делать сложно. По крайней мере, нормал. То есть, main story я не буду делать сложно. Side story, возможно, буду. Да ну, короче. Мне же само-то пройти надо обязательно. Side story я буду делать... В стиле, знаешь, я буду делать сложно, но не в стиле Лунатика, как там просто куча кэнсера, а вот я буду брать сложные механики и гиммики и комбинировать их. Я так хочу сделать сложный режим. Не хочу лишать сложный режим платформинга, хотя это, наверное, было бы целесообразно, потому что только, наверное, боссов улучшать.
делать круче их, хардмозить, наверное, будет лучше, но пофиг. Я пока думаю, что мне с этой горой делать. Откуда эти звезды вообще взялись, внимали? Я что-то прям вообще не понял. А, они... Ужасно. Палитр, а, я же ее убрал точно. Это палитра. На основе этих цветов я смешиваю остальные цвета и образую картину. И вот как-то так будет, типа... Сейчас. Плавненько будет так вот свою прозрачность менять. Чтобы как-то оживить эту картину вообще можно было тут. Я не знаю, что еще добавлять. Даже не ветер, знаешь, нужно город показать. Наша все-таки это цивилизация здесь.
еще бы суметь изобразить это правильно. Да, тут сложно будет. Не. То есть леса будет проще показать, но не город. Кисти есть какие-то. Не, такое. Может, подровнять надо было? Ну, хотя... Вид-то образовывается так или иначе. Может, освещение добавить? Ну, типа окна. Сейчас так. Бросаем точечно. Это плохо уже. Издалека, может быть, и норм было бы, но вот вблизи не очень. Надо аккуратно это делать. По шаблону желать. Нужно по карандашам делать. Я дебил тупой. Надо было на новом слое это делать. Если вот так вот постелить. Да. Thank you.
Я понял, мне под наклоном, типа. Ну да, они выглядят как какие-то монолиты, скорее, чем дома. Я сделаю проще. Кисть найдем, да и все. Я не буду детализировать дома, поэтому мне нужна именно кисть. О, хорошие кисти. Кисти загружать такой. Что у нас еще есть? Добавляю треков. Странно что-то, ну ладно.
Хорошо. Точно то? Ну, хрен знает даже. Возможно.
Ну, Алена, выбились ты. Разница, интересно, единая справка секретного уже. Они просто не очень знаю, как они называются на английском. Это как это, они какой-то под категорию вообще относятся. То есть, да, учитание относится к категории, там, где разница. Свет поставить. Да, я что-то слышал. Надо было гору отдельно делать от фона, но я облажался. Сильно, видимо, придется без этого. Так, если мы еще паттерн сделаем. Тут не особо видно. А. Типа, чтоб так было. Паттерн.
Тоже похуй паттерн. А, без паттерна, боимся. Картинка не нужна, уже цвет не нужен, глянец не нужен. Синий явно, явно не нужно. Окей. Спасибо, но я кашляю. А, все равно спасибо. Тут очевидно. Ладно, сохраню пока. Жарко очень. Устал я уже. Поэтому закончу, пожалуй. А, ну мало ли. Мало ли ты потому что чихнул. Неважно, пофиг. Кто у нас есть? Блин. Или на никого. Ну да. Сирно гейминг. Ну поехали. Всем спасибо. До скорого. Может, до завтра. Тоже где-то днем запущу.